Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Money. И сегодня у нас обзор вот такой интересной электрогитары. Это Schecter Demon 7. Ну что ж, погнали! Данную электрогитару на обзор предоставил магазин Guitar Collectors. Огромное ему за это спасибо. Если кто не знает, Guitar Collectors — это магазин, который продает бэушные гитары, электрогитары и все, что с этим связано. Усилители, педали, ну и все остальное. Я постоянно смотрю, какие там есть гитары в наличии. Я периодически прошу их прислать мне что-то на обзор, что мне особенно интересно. И огромное спасибо за то, что ребята мне в этом не отказывают. Это уже далеко не первая гитара из этого магазина, и я вам действительно его советую. Я сам уже приобрел две электрогитары, чуть позже скажу какие. И чем примечателен именно этот магазин, это тем, что цены там такие же, как на Авито. А на некоторые модели и того ниже. Магазин находится в Питере, в центре, у них есть шоурум, и если вы хотите, вы можете прийти туда и лично попробовать любую гитару или усилитель. Если же вы живете не в Питере, как и я, вы можете выбрать любую гитару на сайте, и вам запакуют, отправят точно так же, как и мне. Распаковка этой гитары уже есть на канале, если ты еще не видел, то обязательно переходи и посмотри, ссылка будет в описании. И очень свежая новость. Шоурум Guitar Collectors также появился еще и в Москве. Вся информация будет в описании под этим видео, так что переходи и смотри. Ну что ж, как я уже сказал, это электрогитара Schecter. Я, если честно, небольшой поклонник электрогитар Schecter старых, так скажем. Новые модели делают действительно прикольно. Старые мне не всегда нравятся. Это гитара производства, по-моему, 2013 года. Crafted in Indonesia. Но я сразу хочу отметить то, что вот про все старые Schecter я всегда говорил, и, кстати, не только я говорил, я уже не знаю, кто за кем повторяет, что они сделаны так, очень большой слой лака на этих гитарах. И ты смотришь на эту гитару, она не похожа на деревянную, она как будто бы пластиковая, ну или, как говорят, залита стеклом. Но что касается именно этой электрогитары, у меня нет такого впечатления. Мне понравилась действительно эта электрогитара, и, наверное, нет такого впечатления из-за грифа. Потому что, да, он на самом деле не матовый, он глянцевый, но тут не ощущается, что лак такой толстый и огромный. Нет, аккуратный, тоненький лак, и все в этом смысле очень даже неплохо. Давайте, как всегда, сверху вниз. Голова. Голова Schecter'ов очень даже привлекательная. Мне нравится эта форма головы. На самом деле, многие перенимают такую форму головы. Возможно, они сами у кого-то посмотрели. Возможно, это оригинальная голова именно Schecter придумал. Но вот, как мне кажется, семиструнные гитары смотрятся очень и очень хорошо. То есть головы, они не слишком массивные. Они достаточно аккуратные. У них очень
аккуратные и интересные линии, как мне кажется. И это очень круто, и форма головы электрогитары Schecter, на мой взгляд, это большой плюс. У нас колки, на которых написано Schecter, но по внешнему виду они похожи на колки Grover. Далее, что мы можем видеть, надпись Schecter, и на голове у нас есть тонкий шпон волнистого клена. Я не знаю, я вот спрячу сейчас от камеры, сфокусировалось, нет, видно это или нет, но на голове есть тонкий слой волнистого клена, который очень прикольно выглядит. Сам гриф у нас сделан из клена, ну, один кусок плюс вклеенная голова, вы знаете, так достаточно часто делают, и не только на недорогих гитарах. Накладка у нас палисандр 24 лада. Гриф мне очень понравился, он широкий и тонкий. Я привык, что если вы берете какую-то недорогую электрогитару 7-струнную, то там обязательно будет толстенный гриф, и накладка обычно имеет небольшой радиус, то есть закругление вы очень хорошо ощущаете. На этой же накладке радиус достаточно большой, я на ней играю, у меня есть полное ощущение того, что накладка практически ровная. На самом деле мне ровные накладки нравятся больше, чем круглые, потому что чем круглее накладка, тем легче, наверное, на ней играть аккордами. Но на электрогитаре в основном не играют, ну, аккордами, конечно, играют, но в основном играют многими другими приемами. И на более плоской прямой накладке играть, как мне кажется, гораздо приятнее и удобнее. Погнали дальше. Корпус. Корпус у нас сделан из липы. У нас арк топ, можно сказать. Я не знаю, видно будет или нет, но у этой гитары есть свое пузико. Также у нас здесь есть топ из волнистого клена. Если вот так посмотрите, то это будет заметно. Гриф у нас крепится на болтах. Сзади у нас есть neckplate, который я не люблю. Но на этой гитаре, я подойду поближе, покажу, сделано очень удобно. Посмотрите, пяточка закошена вот в эту сторону, вниз и вперед. То есть, в принципе, на этой гитаре играть очень даже удобно. И вот здесь сделан такой вырез, вот так, да? Здесь сделан такой вырез, и благодаря этому вырезу вы не ощущаете толщину вот этой железки. То есть электрогитары, например, как Fender, у них тоже гриф крепится на болтах, сзади neckplate, и у вас идет ровный корпус, и сверху еще прилеплена эта железка. Железка не тонкая, и в этом месте ощущается приличный сэндвич такой толщиной. В этой же гитаре сделал хорошие скосы, сделана фрезеровка, и в принципе большая толщина здесь не ощущается. И, ну, я не скажу, что очень удобно дотягиваться до высоких позиций, но безымянным пальцем я могу достать 24 лад на первой струне. Указательным, конечно, вообще без шансов. Хочу отметить электронику. Как мне кажется, очень даже неплохая электроника. Гитара в целом звучит очень неплохо. И что же здесь у нас тут? Dulcan Design, а именно активная. То есть мы сзади видим место для батарейки, ну, обычная крона, как всегда. И внешние звукосниматели похожи на EMG или же Samer Duncan Blackout. Мне кажется, EMG появились чуть раньше, да? И, ну, выглядит это классно. Мне нравится вот такой внешний вид. И у вас сразу звукосниматели идут активные. We'll be right back.
Итак, как вы знаете, эта гитара пришла из магазина Guitar Collectors, то есть это БУ электрогитара. Стоит она в магазине 28 тысяч, и на самом деле это совсем недорого за такую электрогитару. Сделана она в Индонезии 2013 года. К чему я это рассказываю? К тому, что, как я считаю, если это БУ гитара, нам нужно посмотреть ее повнимательнее и оценить ее внешний вид, состояние. Что ж, погнали! Как вы помните, когда я делал распаковку на эту электрогитару, я отметил, что лады здесь абсолютно новые. Такое ощущение, что на этой электрогитаре не играли. Но потом я повнимательнее почитал описание про эту электрогитару, и написано, что она прошла шлифовку в мастерской Guitar Collectors. Да, кстати, Guitar Collectors есть не только магазины, есть еще мастерская и репетиционная база. Так что, если вам все это нужно, все это будет в описании под этим видео, переходите по ссылкам и пользуйтесь. Ну вот. Лады у нас абсолютно свежие, их только что отполировали, в общем, подготовили к продаже. Если взять торцы, то торцы абсолютно не торчат, и с этим тоже все идеально. Вот я смотрю по корпусу и не вижу ни одного скола. Вот здесь вот есть какая-то маленькая-маленькая вмятинка, но это совсем не скол. Я, кстати, думаю, что эту вмятинку я даже не смогу на камеру показать, потому что она действительно очень маленькая. Вот смотрим торцы, да. Я не вижу на этой гитаре ни одного скола. Единственный момент вот здесь вот. Это, видимо, от ремня вот здесь вот есть легкие царапины по лаку. Если же мы возьмем гриф, гриф у нас тоже абсолютно в идеальном состоянии, я бы так сказал. Тем более, учитывая, что этой гитаре 8 лет. Вот здесь вот, вот здесь есть какая-то легкая грязь. Может быть, кто-то на этой гитаре играл грязными руками. А в целом ни одного скола, ни одной мятинки, удара, ничего абсолютно нету. И я могу сказать, что гитара практически как новая из магазина. Друзья, если вам понравилась эта гитара, вы можете ее приобрести. Я думаю, что она теперь от меня поедет в шоурум в Москве. Но, опять же, если вы живете не в Москве, вам ее запакуют и отправят. Вы могли видеть, что пакуют они намертво, там замучаешься потом распаковывать, не то что их ломать. Сейчас эта гитара находится в папке «Резерв». Ссылочку я вам оставлю на нее. Но, когда я ее верну, наверняка она вернется в папку «Гитара в наличии». Скорее всего, это будет папочка «Вещи в Москве», как-то так она называется. Ссылку, ну, что эти ссылки оставлять, я думаю, сами найдете, когда перейдете в группу ВКонтакте Guitar Collectors. Не забудьте, кстати, подписаться. Ну что ж, наверное, это все, что я мог рассказать об этой электрогитаре. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Все ссылочки будут в описании под этим видео. На меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе.